Всем добрый день, друзья. Ну что же, мы собрались в кафе. Сегодня приехали дети. Ната приехала, Слава. Собираем чемоданы. Ну, у меня, как всегда, все готово. Ната привезла мне подарочки вот с Китая. Мне тут Лене всякие необычные китайские вкусняшки. Вот потом это я все покажу вам. А сегодня мы идем в ресторан. Все, мы собрались. Вот Ната вот так оделась. Стройненькая, стройняшка. А я думала, мы пешком пойдем. Ну, не пешком, а этот, на такси. Зачем? Зачем на такси? Не знаю, думала, может... Ага. Нам тоже отсюда выходить? Опа. Вот машинка. Опа. Как хорошо, когда машина. Что там интересного в Китае? Жарко там, почему мы пошли? Китайскую стену посмотрели, да? Зато запечатлели стену. Галочку поставили. Вот эти олимпийскую смотрела. С как? На автобусе добирались? Это эксперты. Там, по-моему, такси недорогое. Нет, такси в центре дорогое. В таком районе мы остановились. Здесь фикс прайс, смотрите. Белорусские продукты. Это наша машинка. По переходу? Это корейский что-то, ресторан? Потому что у них там домашний корейский кухня. А, как называется? Кочи. Кочи – это перец. Перец? Да. А что, вы не знали? Лёша, нет, Лёша не должен знать. Кочинипи? Да. Кочинипи. Кочи-тяй. Кочи-тяй – это знаешь? Что? Ты не знаешь, что такое кочи-тяй? Кочи-тяй – это соя. Чай-тяй. Вот такой корейский ресторан. Смотрите. Уж. Давай. Да. Леша, встань туда. Где мальчик? А мама, где девочка? Все? Это было видео, ты нажала? Нет, с видео не сможешь? А, включить? Конечно, смогу. Но можно было сюда нажать, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Вот так вот накрыты. Вот так кимбап здесь, вот такой салатик. Вот такой сукарийский. А дети сели отдельно. Принесли такой курси холодный. Такой уютный у них зал.
классно, ведь тут фигурки такие с корейских историй всяких. Персонажи корейских этих. Вот Кочи, Перчик. Фигурочки, видите? Корейские фигурочки. Веера. Всякие. Да, часы такие оригинальные. Наверное. Угу. Аквариум с рыбками. Здесь тоже рыбка, что ли? Или здесь просто травка? Давай, встань, я тебя сниму. Сфотографирую. Ну и что? Нет. Чуть сюда. Плечо видать. Сюда чуть-чуть плечо видать. Да. Ну, чуть ниже сделай. О, сюда смотри. Выше голову сделай. Все. Принесли горячее такое огромное-огромное блюдо какое-то. А вы сделали и рыбный? Да. На таком деревянном. Там так же. Там так же. Разделили? Мясо. Сколько человек? Рыбу, мясо. Человек 10. Все. Что положить? Я не знаю. Ну что они там, посмотри, необычного. А вот это что такое? Это рыба, что ли? Это рыба домойла. А. Да? Можно. Да хватит, наверное. Наташа положь тоже. Наташа положь. Что ты? Почему-то поставили телевизор, мы сейчас сидим и гадаем, для чего это поставили. Телевизор. Странно. Дети здесь сидят. Ну там Вика сидит. А Леша? Леша пошел. Куда? На улицу пошел Леша? А, он с Викой. С Викой рядом сидит. Какое-то шоу между двумя командами. Мы давай, пацаны, туда. А Рому... Леша у нас умный. Нормально, видишь? Мы все делаем, мы его тоже поменяли с тобой. Ну, не аплодисменты, не аплодисменты, пока рано. Как дела? Как у вас? Все хорошо? Нормально? Хорошо. Прекрасно, отлично. Давайте я вас по-другому спрошу. Вы готовы сегодня веселиться прям? Да. Да? Только она, по-моему, только она готова. Самая веселая. Нет, давайте все вместе. Так, насчет раз, два, три, всех прям громко-громко крикнем. Хорошо? Итак, раз, два, три, вы готовы? Да. Две прекрасные команды. Ваша задача, вы собираете со своей команды, вы собираете со своей команды. Придумываете название команды, а также выбираете капитана. Внимание, капитан должен быть самым красивым, самым умным, самым харизматичным. Короче говоря, похожим на него. Итак, на все про все дается 20 секунд. Время пошло. Или нет? Давайте все вместе. Еще раз. Раз, как? Три. О, огурцы. О, огурцы. Огурцы. Итак, кто капитан? Давайте кому курки. Что? Кто? Сейчас мы вам курки. А что, огурцы сказали? Давайте поплопаем. Команда Токио. Итак, сегодня в уборной схватке против команды Токио будет сражаться команда...
Серьезно? Ладно, команда огурцы. Какая-то дача. Кто главный огуречик команды? Капитан, кто? Вы, как вас зовут? Роман. Роман? Отлично, давайте тоже похлопаем. Сегодня вашим другом, ведущим. Буду с вами веселиться, а также объяснять правила. В жизни я люблю только одно, когда красивые люди мне аплодируют. Давайте сделаем это! Играли, да? Все баллы считают, вот этот вот более красивый, но менее харизматичный человек. Его Алекс зовут. Давайте мы тоже попробуем. Друзья, у меня только два правила, самые классические два правила. Первое, это весь процесс игры можно снимать на камеру, фотографии, делать в Инстаграм, выкладывать, отмечая наш show.com.ru. Но давайте не будем сидеть как операторы, отложим телефоны, будем веселиться. Второе правило связано с аплодисментами. Когда будут говорить ваши аплодисменты, мы все встаем, хлопаем, прыгаем, вы делаете сальто. Ну, короче, создаем атмосферу. Хорошо? Хорошо, давайте порепетируем ваши аплодисменты. Отлично, кинокадр или кинокрю. Что же мы сейчас будем делать? У нас на экране будут показываться какие-то стоп-кадры из фильмов, в которых лица персонажа мы закрыли вот такими вот лицами СМИ. Ваша задача быстрее нажать на кнопку и дать мне свой ответ. Будем играть по очереди. Начинаем с капитанов. Капитаны, под бурные аплодисменты. Итак, как работает наш клуб? Кто-нибудь быстрее нажмите. Ну, какой талантливый. Если горит у вас, не горит в течение 5 секунд. Смотрите, сейчас здесь потухнет. Ага. Долго-долго ждем. Вот. Ладно. Наверное, детей мало, да? Хорошая. Смотрите, ну такие правила. С места мы не подсказываем. Услышим подсказки, заберу балл от любой команде. Хорошо? После того, как отгадали, присаживайтесь, выходит следующий приз, получается вы и вы. Итак, внимание на экран. Первый фильм. Что с экраном? Так, вот. Раз, два, три, вот. И это у нас зеленый. Зеленый меня, конечно. Отгадал, да? Отгадал, Рома, ты отгадал. А? Ты отгадал. Следующий фильм вообще нет. Вот. 1+1. 1+1, конечно. Ой, я не знаю еще. Я не пойду. Итак, следующий фильм 7-4-25. Вот такой вот. Ага. Есть. Отвечайте. Отвечайте. Вы знаете? Вы знаете? Серьезно? Вы знаете? На моем теле. Ау? Надо нажать. Кто? Леон Киллер. Леон Киллер, конечно. Следующий фильм, раз, два, три. Он это у нас. Что? Крестный отец. Вы прям мобилограф, да? Итак, следующий фильм. Раз, два, три, вот. И это у нас. Надо было сначала подумать, а потом нажимать. Потом подумать, да? Знаете, серьезно? Это очень такой прекрасный. Смотри, ребенок там, да? Да. Они пошли отдыхать куда-то в Вегас, например. Там устроили мальчишник. И получается там подсказка, да? Ну нет, это мальчишник. Давайте я вам подскажу, хорошо? На счет раз, два, три я скажу название фильма. Кто быстрее нажмет повторить за мной, тому балл. Ну, хорошо? Итак, раз, два, три, марсианин. Марсианин. Нет? Видимая какая-то, поверим. Неправильно. Давайте, хорошо, подсказка. Вот, например, вы садитесь там в автобус, такси, поезд, самолет, вы автоматически становитесь кем? Пассажиры. Пассажиры. Ой, это такой более новый фильм.
не смотрю. Актер за него получил, за эту роль получил Оскар. Оскар получил. Это такой супер злодей. Вот карты есть еще. Карта есть такая, как шут. Там написано Джокер. Джокер, конечно, это Титаник, конечно. Ди Капри, и это он волк. Надо нажать. Последний фильм. Что? Форест Гамп, да. Молодец, Лёшенька. Так, друзья, прежде чем мы перейдем к нашему второму конкурсу, давайте узнаем итоги первого. Отлично. Итак, друзья, по итогам первого конкурса со счетом 9-3 лидирует команда Токио. Вы же знаете, да, чтобы объяснить правила, мне нужны капитаны и капитаны. Перед нами стоит вот такая вот конструкция, на конструкции чаша, а в чаше какие-то кубики. Кубики никакого значения не имеют, можно разбрасывать. Самое главное, вот такие вот карточки, на которых какие-то слова. Например, чаша будет у вас. Что вы делаете, да? Давайте подойдите поближе, пойдите. Итак, смотрите. Находите карточку, читаете карточку, даете мне с этого места своей команде, объясняете словами, не называя для других, перевода и так далее. Ваша задача отгадать. После того, как ваша команда отгадывает, вы быстренько присаживаетесь на свое место, выходит следующий игрок, получается вы выходите, ничего не ищете, просто толкаете вашу противнику. Ваша задача, да? Пока рано бояться, подойдите поближе. Ваша задача точно такая. Находите карту, читаете, отдаете место, это место команде висеть, команда угадывает, выходит следующий игрок, получается вы. То, что подает на работу. Видите, как правильно, отлично было, выходим быстрее, быстрее. Отлично, толкаем его на карточка. Ужасно. Ужас, я лучше буду снимать просто. Самый короткий таймер и все слова на категорию фильмы. Готовы? Готовы? Снова вернусь к фильму, да? Итак, начнем с вас еще. Вот это что? Экран, конечно, Человек, который озвучивает, это Можно его к нам? Да, это капитан. Итак, друзья,
Следующий конкурс на актерское мастерство. Надеюсь, у вас с этим очень-очень хорошо. Конкурс называется «Говорящие тела». Прошу вас пересесть вот сюда, вот можно стучки с собой взять. Остальную команду возьму колонну лицом капитана. Отлично, сейчас я вам покажу. Нет. Да, надевай. Руки вот так вот. Все, отлично. Возьмите. Может, я выйду тоже? Или не снимать? А у вас съемка, да, полностью? Да. Можно шлюпу наставить пока что. Не будет. Вот этот вот прекрасный молодой человек будет включать какие-то композиции. Но сложность в том, что эти композиции будут звучать какими-то голосами роботов. Бездушные такие голоса. Ваша задача отгадать песню, быстрее нажать на тумбу и дать мне свой ответ. Ответ принимается в двух случаях. Вы называете мне название песни, за это получаете 2 балла, присаживайтесь и выходят следующие игроки. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Вы нажимаете на кнопку, начинаете петь эту песню сами. После того, я понимаю, что вы знаете эту песню, обращаюсь к вашей команде, но если команда ваша подпевает, то вы получаете уже 4 балла. Итак, друзья, с места мы не подсказываем. Если капитан начинает петь, ему не помогает, хорошо. Я прям переведусь к вам, начну. Например, вот вы поете, я такой, вот, давайте команду, хорошо? Итак, слушаем. 1, 2, 3. Не говори мне ничего и дай минуту мне подумать. Я пью шотландское вино, пытаюсь мыслями запутать. Не говори мне о любви, которой нету в твоем сердце. И не зови меня своим, ты перешла мои границы. Горький вкус твоей любви меня. А горький вкус твоей любви меня убил. Давайте давайте вместе вместе. А ты меня купила, я. Отлично. Вы четыре балла. Нет, я не смогу тихо смириться с этой правдой. Дай мне покориться, быть, когда тебя небо не видит. Жить ты в каждом окне, в каждом прохожем. Где-то рядом прячешь свои лица, здесь рядом с моим время твое бежит. Удержи, не отпускай мое сердце. У тебя в руках ты один, меня согрел лучик. Мой любимый ЛМЛ, все пройдет, а ты свети белым светом. На моем пути ты один, меня согрел лучик. А ты считаешь деньги в моем кошельке, и ты любишь только деньги. Меня не совсем я вижу, как ты смотришь на этих людей, у кого есть своя яхта, тачка, бассейн, я. Что я? Что я? Снова я напиваюсь. Снова говорю, пока мы не совместим. Ты слишком молод, чтобы звать меня гулять, тебе 17, а ему все 25, он подарил магнитофон мне и цветы, а ты? Что ты? Пока он на разборках в лесополосе, ты едешь в свою школу на автобусе, все знают, что он криминальный элемент, а нет. А мой мальчик едет на девятке по автостраде вдоль ночных дорог, я кружилась с ним на танцплощадке, а ты дальше будешь одинок, только больше не надо слов, не нужна мне твоя любовь. Вот тебя и сяду на такси, только дело совсем не в нем, извини. Но ты ни о чем, я не буду с тобой и даже не проси, только больше. Мальчик на девятке, отлично, правильно. Новенького такси, возьмите, пожалуйста. Одну колонну напротив вот этого стучка. Слушаем, вы тоже слушаете, потому что вы будете играть после.
Итак, что же мы делаем? Ваша задача, игрок, я буду вот здесь стоять и показывать карточки с какими-то локациями. Локации разные, там даже в космосе, космические локации. Да? Да. Ваша задача, вы быстренько подбегаете, присаживайтесь, а вот вы спрашиваете, куда едете. Куда едете? Отлично, вы читаете, прочитали и объясняете, не называя этого слова, на коренных и так далее. Ваша задача отгадать. После того, как вы отгадали, вы быстренько встаете, убегаете в конец колонны, выходит следующий урок, получается вы. Вы выходите, присаживаетесь, а вы спрашиваете, куда едем? Куда едем, конечно же. Итак, концерт, время пошло. Куда едем? В Египет, на море. А, что вообще? Я сразу в Красном море. Красное море, правильно было, да? Куда едем? Англия. Египет, Лондон. Египет, правильно было. Куда едем? Со счетом 105-105. У нас ничья. Победила дружба. Здесь мы играем по очереди. Капитан, прошу установить возле меня. Остальная команда напротив капитана в одну шеренгу. Все, уходим домой.